Вырастить хвойное деревце в квартире на подоконнике практически невозможно. Сухость воздуха в наших квартирах и высокая температура губят хвойные растения. Если мы пытаемся вырастить кипарис или тую, или маленькую елочку, буквально через полгода они уже теряют свой внешний вид и погибают. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о единственном, пожалуй, хвойном растении, которое способно расти в наших домах. И это купрессус. Купрессус – это растение, которое чем-то напоминает кипарис, тую. Хвойное растение, выведенное специально для того, чтобы ему было комфортно расти в наших домах. Обычно купрессусы к нам попадают из магазина. В магазине они продаются вот в таких горшочках. Сразу после покупки пересадите растение в грунт для хвойников. Затем поставьте его в такое помещение, в прохладное место, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Когда оно укоренится, а это произойдет примерно через неделю, вот тогда его можно будет ставить уже и на открытые солнечные лучи, и растение будет себя прекрасно чувствовать. Единственное, что он не очень любит жары. Вот если у вас слишком жарко, то найдите ему такое местечко, чтобы было и светло, но и не очень жарко. И периодически опрыскивайте растение, но не само растение, а воздух над ним. Купрессус сможет заменить маленькую елочку. Если вот его нарядить, вот такую новогоднюю композицию можно сделать. Купрессус обладает массой полезных свойств, точно таких же, как и любое хвойное растение. Это и фитонциды, это и очищение воздуха, и купрессус имеет приятный слегка лимонный запах. Вот такой совет по выращиванию купрессуса поможет вам без труда вырастить это прекрасное растение.